остались. Много было разных слов, совсем ненужных слов, как будто не случайных. Но вот теперь мы гадаем, как же дальше жить и как теперь вернуть нам свое счастье. Что ж, не буду торопить, и как нам дальше жить? Решать не стану. Пусть решает каждый сам, что важно только нам, а может и не важно. Но вот теперь